В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «СУОР» Владимира Ермолаева. Его обвиняют в попытке скрыть от налоговой 3 миллиона рублей. Его компания не заплатила вовремя налоги, образовалась задолженность перед бюджетом, компании были выставлены требования. И тогда обвиняемый поступил следующим образом. «СУОР» продал земельный участок контрагенту, а покупатель перевел деньги на расчетный счет третьей фирмы, учредителем и руководителем, который также является Ермолаев. В настоящее время недоимка погашена. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество общей стоимостью свыше 2 миллионов рублей, в том числе 2 земельных участка и 100% доля в уставном капитале двух обществ с ограниченной ответственностью. Следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд.